Оль, ты меня слышишь? Да, слышу, привет. Ну что за расстроенный голос-то, Оленька, слышу я тебя. Когда свадьба, настроения везде нет. Нет, а что случилось? Кто тебя обидел? Ой, да замуж я хочу. А замуж хочу? Кто ж с таким прошлым замуж-то хочет? Да, скоро день рождения. Уже как бы время подошло. 29 лет. Нет, время-то давно подошло, уже как лет 5 назад, Оленька. Только проблема в том, что... Ты знаешь, я вот пару лет назад об этом даже не думала. А тут прям так захотелось, мечтаю. У тебя работа была на первом месте пару лет-то назад. Как бы, да как... ладно сейчас еще вспоминать то, что было. Королева видеочата, какое замужество. Оленька, ну неужели ты не... Я уже повзрослела, поумнела, готова к серьезным... Именно поумнела. К серьезной жизни. Ты уверена в этом, да? Да, хочу детей, хочу замуж. Бог с тобой, детей она хочет. Оль, давай откровенно. Чтобы быть твоим мужем, нужно быть очень, как бы это слово такое подобрать, очень специфическим молодым человеком. Дима не возьмет тебя в жены, Оль. Ну как ты этого не понимаешь? И мама трубку не возьмет, она не будет с тобой разговаривать. Я имею в виду Димина мама. Что ты думаешь? Я сегодня звонила. Конечно, Дима, конечно, он такой, немножко своеобразный, но даже его своеобразности не хватит, чтобы стать твоим мужем, Оль. Да я сегодня звонила его маме, действительно, мама странная, конечно, его женщина. Трубку бросает, разговаривает со мной не хочет. Оль, ты меня вчера не слышишь? Вчера он звонил ей, она говорит, что... Дим, зачем тебе Оля? Гуляй, девчонок много. Не зацикливайся он на Оле. Он и гуляет, Оль, ты просто этого до сих пор не поняла. Ему отношения с тобой, они нужны не я для не того, слышу. Чтобы они перетекли в семью, в брак. Но женится-то он все равно другой. Он встретит ту, которая будет для него достойной женой и женится, которая понравится так он маме. Он говорит о любви, понимаешь, хочет детей, говорит. Да и что? Детей хочет, только не от тебя. Ну, любит тебя на данный момент, да, пока еще там не созрел для семьи. Почему не любить? Оль. Я не знаю, как меня можно не полюбить? Все при мне. Образованная. Нет, полюбить девушка, тебя можно. Эффектная, полюбить. Красивая. Буду верной женой, хорошей мамой. Для наших любовницей детей. Хорошей будешь, я не сомневаюсь. И полюбить тебя можно, я тоже в этом не сомневаюсь. Да я рождена но для любви, я нагулялась. Нет. Какой любовь? Забудь об этом, Оль. Ты можешь гулять, можешь нагуляться, можешь сколько угодно. Ты пока не изменишься, ты не изменишься. Ты не будешь женой. И потом ты нагулялась, а он нет. Так сколько ему можно гулять? Тридцатник уже ему почти. Послушай, сколько он можно просто выбирать? Классно. Оль, меня услышь, меня сейчас вот услышь. Сейчас собери весь свой интеллект с кончиков волос и до самых корней. Значит, и услышь главное. Ему с тобой хорошо. Он, возможно, тебя любит. Он хочет с тобой быть. Но семьи, детей нет. Ты не его история в этом вопросе. Ой, ты знаешь, ну, у меня тоже такие, да, гамки в голову лезут, что вот, где же твоя любовь, там, ты меня, значит, обманываешь, ты проектный, да, ну, я не знаю, что делать. Он мне говорит, что я не готов в ближайшие 2 лет, да, мама против, моя семья, все, ты уже что, не дай бог, они меня загнобят, если узнают. Я говорю, тогда зачем ты со мной? Ну, как, ты зачем, Оль? Маски, ну, зачем, да, мужчина что-то... встречается с женщиной, ну... Красивое у тебя тело. Мое время тело. Драгоценное уходит, понимаешь? Что? У меня нет времени ждать. А что случилось с тобой? Я говорю, у меня мало времени. Я хочу до 30 лет родить ребенка и выйти замуж. Да не будет он твоим мужем, Оль, тебе как это объяснить? Я буду преданной верной женой. Оль, нет. Ты как жена будешь никакой. Истеричный. Глупой, что прикалываешься, что не поверхностной, надо говорить, да? Невостребованной абсолютно и никак. Но, Оль... Ну, я хочу сказать, да, я потрепала свои нервы там, да, Дима меня, доводи до нервного срыва. Да срыва. Ты тело свое потрепала, ладно, но... нервы-то, ну, Оль. И причем что нехило за 30 говоришь? Лет-то. Приведу себя в порядок, да, успокойся, еще такое раз говорю. Какое не приводится в порядок, Оленька? Я хозяйственная, я могу любить, ты что такое говоришь? Я добрая что девочка. Что у тебя руки хозяйственные, я даже девочка. Не сомневаюсь, Оль. Я могу готовить. У меня всегда дом в чистоте, я хожу вся с иголочки, посмотри, я за собой слежу, я ухоженная. Оленька, когда мужчина в 30 лет тебе говорит о том, что я еще хочу пару лет погулять, это тебе он открытым текстом говорит: Оль, я хочу с тобой встречаться, но семьи с тобой я не хочу. Ну, я понимаю, обидно, я тоже не хочу себя навязывать. Женись на мне, полюби меня.
Ну, раз не хочешь навязывать, просто смирись и встречайся с ним, и живи дальше. Пока он не встретит другую и не женится. Ну, я сказала, да, какие у меня планы на ближайшее время. Донесла ему. Если да, человек меня не услышит, то нам не по пути. Я сказала, мое время уходит. То есть, если он тебе не сделает предложение, вы расстаетесь? Значит, встречайся. Сколько можно уже встречаться? Оленька, достаточно узнали друг друга, уже притерлись друг к другу. Я уже знаю его как облупленного. Я его принимаю таким, какой он есть. Оль, а меня другое интересует. То есть, если он тебе не сделает предложение, вы расстаетесь? Конечно, я долго ждать не буду. Я говорю, я хочу летом. Летом. То есть, ты его не любишь, правильно я понимаю? Что еще раз? То есть, ты его не любишь. Ну как ты его можешь любить, если ты говоришь, я тебя брошу, если ты не женишься на мне? Да я надеюсь, я думаю, что он осознает действительно. Это сейчас пока он выкаюживается там. Ты что? Конечно, его ошарашило. Я говорю, не готов к этому было. Нет, Оленька, осознать должна ты, что это никогда не произойдет. Ты можешь это осознать? Дима на тебе никогда не женится. Ну как не женится? Ну вот так, его семья не принимает тебя. Он тебя, как свою вторую половину, не может принять. Да, ты классный для того, чтобы жить с тобой, но ни в коем случае не иметь семьи.